Итак, друзья, в прошлом нашем тесте, в смертельном поединке, сошлись африканские боевые слоны и македонская фаланга. В итоге македонская фаланга смогла со значительным перевесом победить подразделение африканских боевых слонов и уничтожить полностью это подразделение. Остался вопрос, если фаланга смогла справиться со слонами, есть ли какое-либо другое подразделение, которое сможет победить слонов? И для этих целей мы выбрали самое свирепое и боеспособное подразделение, а также самое дорогое подразделение из армии варваров, а именно присягнувших из фракции Арверны. Итак, проверяем, кто сильнее, африканские боевые слоны или присягнувшие из фракции Арверны. Проверяем. Итак, друзья, подразделение Арверны, присягнувшие в боевом строю «Стена щитов», готовится встретить африканских боевых слонов. Посмотрим, кто победит в данной битве. Итак, африканские слоны врубаются в подразделение присягнувших и начинают их топтать. Присягнувшие теряют своих людей, уже 30 человек потеряли в первом натиске. Но пока держатся, облепили слонов и продолжают их атаковать. Пока ситуация абсолютно непонятна, кто кого. Итак, смотрите, завалили одного слона. И один бесстрашный воин, вот они кидаются на следующего слона. Смотрите. Присягнувшие проявляют чудеса отваги и стойкости. Уже кажется, что египтяне начинают переходить в оборону, и слоны пятятся, ничего не могут поделать. Просто сумасшедшим натиском варваров. Посмотрите, а? Слоны ничего не смогли противопоставить подразделению присягнувших. Да, присягнувшие потеряли много людей, но половину своего подразделения сохранили и побеждают в этой схватке. Удивительно. Если против фаланги там еще понятно было, чем убить слона, то в данной ситуации мечами закололи всех слонов. Молодцы присягнувшие, молодцы. Итак, присягнувшие с легкостью победили африканских боевых слонов, находясь в обороне. Теперь предлагаю поменять их местами и посмотреть, смогут ли подразделения присягнувших армии Арверны в наступлении одолеть обороняющихся африканских боевых слонов. Итак, меняем их местами и проверяем. Итак, друзья, подразделения арвернов наступают на подразделения боевых африканских слонов. Африканские слоны попытаются как можно быстрее сократить дистанцию и потоптать. Смотрите, что творят. Наносят сокрушительный удар по арвернам. Но арверны устояли и начинают просто валить африканских слонов. Насколько все-таки сильны присягнувшие. Самое сильное подразделение, по моему мнению, в этой игре. Они просто с легкостью порезали всех слонов и вышли абсолютными победителями в этой скоротечной схватке, сохранив
больше половины своих людей. То есть египтяне на своих слонах ничего сделать не смогли. Молодцы, присягнувшие.